Вот эта вот черепаха, она сделана как брелок для ключей, наверное. Вот, она такая сидит, у нее лапы верхние за головой сделаны, вот тут такой красивый у нее панцирь сделан. Вообще такой разноцветный, вот такой, красивый, чтобы смотрелось. Она вот так вот сидит, у нее лапы поджаты, она сделана, вот это у нее как будто бы сидит. На клевере вот. Вот так она смотрится сбоку, вот. Особенно ее панцирь красиво компенсирует ее красоту, вот она смотрится сзади, вот так вот красиво. Хвост у нее не сделан, но это не мешает ей быть очень красивой черепахой. Вот как она смотрится сбоку, вот сверху она смотрится вот так вот, но у нее уши сделаны, уши у нее вообще прикольные, я не понимаю, как так придумали. Вот, а улыбка у нее, вот у нее такая вот улыбка, я не знаю, как ее можно показать. Вот. В общем, улыбка у нее вот такая вот, вот. Красиво, в общем. А глаза ее это вообще, ну, не передать словами. Я думаю, тем, кто смотрит, будет понятно. Я думаю, всем понравилось. Черепаха.